Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В столице планируют открыть парк развлечений «Остров мечты». Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал журналистам, что всесезонный парк развлечений «Остров мечты» планируют открыть уже в декабре нынешнего года. Объект находится в Нагатинской пойме. На главной площади в парке уже установлена венецианская карусель, высота которой составляет 9,5 метров, а диаметр 11,5. Одновременно на аттракционе смогут покататься до 82 человек. Он будет состоять из 68 посадочных модулей на двух этажах. Прокатиться смогут все гости ростом от 150 до 195 сантиметров. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда долларов. На этом пока все. Еще больше интересных новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!